Так, мы приехали с подарками, с турецкими подарками мы к вам приехали. Это, да, Васёна, ты чё? Давай я подержу. Давай, я помогу. Давай. Так, ладно, это чай, чтобы пить. Не кончался. Я так хочу, чтобы чай тут не кончался, турецкий чай, листовой, вкусный. Мамджан, держи, тебе пакетик, просто пакет понравился, очень красивый, вот, распаковывай. Артём, не лезь, пожалуйста. Подожди, поздравляю. Сейчас мама откроет, мамуль, открывай, еще что-то раз открывай. Мягкое. Открывай. А еще что-то мягкое. Да. Что-то мягкое. Пара-пара-пам, пылесборник тебе. Анталийское побережье. Вау! Типа вот ты там не была, чтобы была там. Да, мы здесь были везде, поэтому и тебе рекомендую. Так. И. Это флаг Турса, мы вот тут лукам, что мы тут гуляли. Да ладно. А что же бабушку с тобой не взял? Где маньяк, мы тут тоже гуляли. Маньяк. С маньяком гуляли. Хорошо, маяк, сына. Ну маяк, все, а что маяк, вам? Мам! Спасибо! А что вам на Новый год было не скучно? Это тебе. Это дедушке. Новогодний лук. И это тебе. А я потом новогодний лук. Еще к этому у нас. Вот. Шоколад. А чтобы... Мы олени. Да. А чтобы жизнь вам горькой не казалась, турецкого шоколада вам с любимыми фисташками. Держите. Мама, я ее потерял. У бабушки оставил. Я хотела добавить. Пожалуйста. Пожалуйста. С наступающим Новым годом. А к этим свитерам прилагается фотосессия в студии. Да. Отговорки не применяются. Понятно, да? А вот я еще не выбрала число, но мы пойдем все в фотостудию, и у нас у всех такие кофты, и я даже вьючки купила. Да. Не будем плакать. Так, я знаю, что кто-то любит наши с мамой готовки. Вот, сегодня она делает что-то мясо. Шашлык на сковородке. И мы привезли турецкие макароны. Мы просто думали, их там съедим вечером в Турции, а в итоге мы не съели. И поэтому сейчас их сварим здесь. Вот сейчас в Москве классная погода, и не холодно, и не слякоть. То есть снег лежит нормально, вот он выпал, лежит, деревья, посмотрите, как замечательно смотрится в этом снегу, прям вот прям прекрасно. И не морозная, вот допустим минус 10, это вот прям холодно, а сегодня где-то минус 8. Вот если будет минус 3 в Москве, то все, это все поплывет, эти реагенты, и будет не так классно, как сейчас. Вот минус 8, максимально приятная, комфортная температура, ну вот лично для меня так точно. У моей мамульки сегодня крайний рабочий день на работе, вот потом она сколько-то дней будет отдыхать. Сегодня мне дала машину, вдруг мне надо будет куда-то по делам смотаться. Вот, поэтому я ее сегодня рано утром отвез. И сейчас в обед ее забираю, у них сегодня сокращенный день. Вчера здесь на кругу поставили елку, представляете? Вчера только, 28 числа, вот мы как раз ехали, ее устанавливали. Вот, ну поставили прикольную, ну то есть она с веточками, не то что была в Алане, просто каркас ковролином обтянули, а здесь вот такая, видите, красивая, симпатичная, как будто такая пушистенькая. И любимый круг, на котором всегда ДТП, очень опасный. Здесь бьются каждый день, в день по нескольку раз на этом круговом движении. Ну, кто из Подольска нас смотрит, знает, про что я говорю. Все, кстати, что уехали уже, вот ребята, осторожно. Ничего. Здравствуйте, пристегивайтесь. С подарками. Тихо. Да? Ну конечно. Тихо, подарки улетят. Дальше машины не улетят. Чего ты? Ничего. Ну, все забрал. Миссия выполнена. Пробки, правда, сильные. Всех дома оставили. Вместе с мамулькой едем
за продуктами. У нас нет сейчас ни еды, ни елки, ни красной корки, ничего. Только мороз за окном. Так, сейчас все это дело будем покупать. Максимально покажу, как проходит подготовочка. Вот. И самое главное сейчас купить елку. Еще в эти дни мы хотели приобрести машину, но у нас ничего не получается. Просто такие мощнейшие подставы. Но всю историю, как мы покупаем автомобиль, я покажу уже в следующих выпусках. В январе посмотрите. Интересный квест у нас происходит. Вот. Сегодня подготовка. Финалем дни. Это, кстати, крайний выпуск в этом году. Вот. Так что поддержите его лайком. Всех с наступающим. Мы немножко сейчас этот танк прогреем. Дизель все-таки. У нас минус 9 градусов, представляете? Чек горит уже который день, это ЕГР. У родителей здесь есть сосед с Камчатки, Сахалина. И у него есть икра. И вчера еще было у него 3 килограмма. А сегодня утром, когда мы решили заказать, он уже отцу написал, что... А вот нет. Короче, мы профукали, теперь что делать с икрой, неизвестно. Но у него реально настоящая вкусная именно с Дальнего Востока. Где сейчас искать ее здесь, в Подольске, конечно, непонятно. Приехали здесь в такой большой мебельный центр. Через дорогу магазин, пойдем туда за продуктами. А здесь мне мама хочет показать диван, который они себе заказали. Стоит там... Сколько стоит диван у тебя? Ну, в нашей комплектации 200. 200 тысяч диван. Ну, какой-то там с приколюхами. Сейчас покажу. Смотрите, вот такой диван. Только цвет будет чуть другой. Парарарарам. Видали? И еще это. Здесь дополнительная секция будет. Это будет стоять в зале. Вот где мы сегодня елочку будем ставить. Ну, еще так-то прикольно, конечно. А он не раскладывается, мам? Нет, его можно сделать, допустим, чтобы выдвигать расклад, но мы эту функцию не делали. Он же у нас в гостиной просто будет. То есть за 200, спальня, за 200 тысяч даже просто... этой функции не добавили? Ну, это дополнительно плюс 16 тогда. Но нам это не надо. А он это просто что? Конструктор. Его можно по-разному переставлять, чтобы выдвигать в середину. Ольга, вы не представляете, как вы вовремя. А что случилось? Мы как раз обсуждаем. Здравствуйте. Здрасте. Чего? Зашли в этот магазин. Он такой необычный. Видите, здесь, короче, все на палетах. И все по оптовым ценам. И люди здесь все набирают прям телегами. Я здесь вообще первый раз. Ну да, это самое необходимое. А вот так. Сказал? Такс, затарились. Немножко. Тарировал. Взяли ящик лимонада. Мне кажется, родители пьют очень много лимонада. Я говорю, нифига себе, говорю, вы сколько в сахарах трещите. А я там присмотрел вот такую штуку. Не знаю, нормальная, ненормальная. Красная. Ласпи. Это крымское игристое вино. Ну, попробуем чисто так в 12 ночи бахнуть. В этом году у нас с детьми была целая история, что подарить на Новый год. И в голове как бы пустота. И... Я с ними сел, поговорил вчера, я говорю, давайте, мол, типа это, на свое усмотрение Дед Мороз вам сам подарит. Коли вы его не знаете, хоть они письмо написали, но там как бы игрушки на 5 минут, как говорится. Вот. Дед Мороз сам выберет, что вам подарить. И принесет под елочку. И, соответственно, будет для вас прям вау-сюрприз. Что же это будет? Они согласились, поэтому моя задача сейчас отправить письмо Деду Морозу. Вот. И ждать, что же он принесет. Мы зашли в Ашан. И что нам не хватало? Это, конечно, панчо в Турции. И посмотрите, сколько красной рыбы. Вот такого изобилия вообще нет в Турции. Да и вообще, в принципе, в Турции нету. А здесь кайф. Короче, вот подстава. Стою в магазине, надо уже на кассе рассчитываться, мне приходит вот это пуш-уведомление. Я такой, нифига себе, быстро написал в чат поддержки. И, короче, карты заблокировали сразу и до выяснения обстоятельств. Вот это прям подарок в предпоследнее число перед Новым годом покупки делать, а я теперь не могу ничего делать. Жесть. Ну да. Неровно. Вот у нас самый-самый момент.
Ну. Однобокая. Ну давай вот такую возьмем. Да. Такой здесь. Да, вот базар 1000 рублей стоит. Елки метр. То есть у нас она будет чуть-чуть подороже. Сейчас посмотрим, насколько. А такая подставка есть в гараже. Вот мы за ней ехали, но не получилось. Мы зашли здесь, у нас такой рынок. И, если честно, после Турции, конечно, офигеть. Помидоры по 300, огурцы по 500. Ужас. Хурма по 450. В Турции она по 10 лир. Да, цены жесть. Приехали мы к гаражу. Ржем реально до слез. Сели изначально, когда в машину утром, я говорю, ты ключи от гаража взяла? Взяла. В итоге приехали сейчас к гаражу, мы покатались, все купили, приехали к гаражу, стоим возле гаража. Я говорю, ну открывай, давай ключи. У меня нет ключей. Я говорю, так у меня их тоже нет. Вот ржем. Два дебила, это сила. Поехали домой. Целый день что-то с мамой мы шастаем по магазинам, и все она никак накупиться не может. Сейчас, наверное, я надеюсь, что это в последний магазин, куда она побежала. И что касается карты, это вообще просто прикол. В итоге я созвонился же с банком, мне ее заблокировали. Думаю, ничего себе, сейчас как перед Новым годом у меня спишут все денежки. В итоге потом мне звонит Настенька и говорит, Слава, это я. Это я там с другой карты, высветилась твоя, я как бы перевела типа на твою, поэтому тебе пришел код. Я говорю, ну ты молодец, вот ты нас оставила без карточки перед самым Новым годом. Ну благо, что Тинькофф вроде все оперативно, завтра, вот 31 декабря, мне должны уже все это дело доставить. Но я надеюсь, что так будет. Друзья мои, я на самом деле сегодня очень сильно устал из-за всех этих бегания по магазинам. Мне вообще магазины прям бесят. Я вот привык вот ходить, вот в один сходить, и там все купить, и вернуться. Просто здесь натянулось это все на несколько часов. И еще мы ключи от гаража забыли, и в итоге я сейчас просто даже туда не поеду. А наряжать елку уже завтра будем с утра, я лучше туда сгоняю. Вот, но этот выпуск уже, конечно, вы не увидите, как мы это сделали. Что я хочу сказать? Сказать огромное спасибо всем, кто был с нами в этом году, всем, кто подписался на наш канал и помогал нам в развитии канала. Это было мощно. За этот год мы очень хорошо выросли. Нас стало почти 20 тысяч. Ну, в следующем году мы обязательно достигнем эту цифру и больше. Впереди нас ждут большие приключения. Первое, конечно, что связано с путешествием, мы купим машину, я покажу, какую мы взяли, все расскажу. Мы отправимся на наш берег, будем много ездить, путешествовать, это будут невероятно крутые сезоны. Оставайтесь с нами, помогайте нам в развитии канала. Мы вас всех очень любим, всех с наступающим Новым годом. Вы сейчас смотрите выпуски, через несколько часов вы уже откроете шампанское, бахнете, пойдете смотреть салюты. Чтобы все у вас было хорошо в Новом году, чтобы как можно больше радости приносил новый 22 год. Мы с вами прощаемся, увидимся с вами уже в ближайшие дни. Какого числа в январе я запишу выпуск, я, конечно, пока не знаю. Ну, думаю, 2 или 3 уже он будет. Пока, с наступающим!